Безопасно там, где соблюдают правила безопасности. Это прописная истина, но не для всех. Есть исключения. О них говорит статистика травматизма на железнодорожных путях. Ее рост весной этого года потребовал перекрыть все так называемые народные тропы. На станции Мытищи их теперь нет. Но не привидения же бродят по путям, да и прыгают с платформ. Здесь, наверное, вот на этом самом популярном месте для прыгунов с платформы опасность в нескольких сантиметрах, о чем красноречиво говорит вот этот плакат. Но прыгуны не переводятся. Скажите, вот что говорит статистика последнего времени и как воздействует на прыгунов вот эта работа, которую вы ведете? Если подойти к этому вопросу с точки зрения чистой статистики, то, конечно, у нас первый, второй квартал этого года было, скажем так, большое количество смертельных случаев в городском округе Мытищи. Казалось, что люди тогда по каким-то причинам забыли о своей безопасности. И это было похоже на эпидемию. Но наваждение как будто спало. На пути выходят только злостные нарушители, на которых не действуют и уговоры. У нас уменьшение третьего квартала по отношению к второму на данный момент составляет 4 раза. Надо продолжать работу ради тех людей, которые прислушиваются. А это станция Челюскинская. Она, что называется, открыта всем ветрам. Свободный вход и выход без турникетов. Ветхое ограждение. Сейчас здесь ведется реконструкция платформы, но и после ее завершения вряд ли что-то изменится. Железная дорога делит этот микрорайон на 2 части, и перейти из одной части в другую многие предпочитают прямо по железнодорожным путям. Основные смертельные случаи у нас возникают здесь не потому, что люди пытаются, скажем так, забраться на платформу или еще что-то, а пытаются сократить время до платформы, переходя в неположенных местах. Хотя здесь у нас есть разноуровневый подземный переход. Увы, можно вспомнить знаменитую поговорку «Спасение нарушителей – дело самих нарушителей». Если б не было все так грустно. Осторожность и соблюдение правил безопасности здесь просто необходимы. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.